Я еще раз всех приветствую. Так как черного цвета защитного чехла пока нет в продаже, мне пришлось временно приобрести вот такой чехол. Чехол-кошелек или чехол-сумка. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Я не знаю, натуральная это кожа или нет. Но выглядит очень качественно. Все швы пропаяны. В местах под динамик и микрофон имеется вырез. Также под верхний динамик. Я не очень люблю подобные чехлы по той причине, что как-то один чехол такого плана испортил мне смартфон. Правда, не совсем такого, как этот. Там была такая вот шелковая лента, за которую мы всегда вытаскиваем телефон. Так вот, эта лента постоянно натирала одно место смартфона и, скажем так, заполировала его, ну, испортила внешний вид. Здесь же никакой такой ленты нет. И смартфон достается таким образом. Все же я думаю, что данный чехол не из натуральной кожи, скорее всего, это какой-то качественный кожезаменитель. Не кажется, а так и есть. Тем более, что на коробке нет никакого упоминания о том, что это натуральная кожа. Внутри такая вот мягкая бархатистая поверхность. Опять же, будьте очень аккуратны. Данный чехол должен быть всегда в чистоте, иначе при ерзании туда-сюда смартфона вы можете поцарапать опять же себе стекло. Законы физики тут никто не отменял. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.